Ребята, всем привет! С вами Китайка, и сегодня мы будем играть в Roblox! Побег! Побег от кого? Принцесса София Барри бежит из тюрьмы в школу! Ну что, давайте начинать! Но перед началом ролика не забудьте поставить лайк! Погнали! Так, ребят, ну что, нажимаем кнопку «Играть», уровень выбираем легкий. Так, мы оказались в кабинете. Так. Это, походу, есть сама принцесса София. Так, смотрите, ребят, она очень похожа на Барри. Смотрите, она также храпит, но она, слава богу, не пукает. Так, ладно, давайте начинать играть. Забираемся вот по этой лестнице и побежали. Так. Теперь прыгаем сюда и вот сюда. Ребят, напишите в комментариях, играли ли вы в эту карту. Как по мне, она очень прикольная и классная. Всем советую. Я надеюсь, что у меня получится ее пройти. Вот, побежали, поднимаемся по лестнице вверх. Посмотрим. Короче, ребят, кто не знает, принцесса София — это дочка Барри, прикиньте. Вот, и она, типа, бежит из школы в тюрьму. Но, как по мне, ребят, я считаю, что тюрьма и школа — это одно и то же. Кто тоже так считает, с вас лайк и комментарий. Вот, если вы не согласны, то почему вы не согласны? Потому что школа — это действительно тюрьма. Вот. Ну, может, для кого-то и не для всех. Я не любила учиться в школе. Если кому-то это интересно. Да. Да, я и не училась в школе. Сразу по мне видно. Шучу, конечно, ребят. Я училась в школе. Вот, я закончила школу. Так, ребята, давайте бежим дальше. Мне интересно посмотреть на принцессу Софию. Мы забираемся вверх, бежим куда-то. Так. По какой-то шахте. Ого! Мы куда-то провалились и летим. Та-ра-та-та. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях ваши любимые карты в Роблоксе, потому что у меня есть карты в Роблоксе, но мне интересно ваши топ посмотреть, ваши топ-карты. Вот, и не забудьте также, ребят, написать свои ники в комментариях, чтобы мы играли вместе с вами в Роблокс. Так, где это мы оказались? Мы оказались в школе. Мы оказались, ребят, в какой-то школе. А, мы были в этом кабинете. Точно. Мы были в этом кабинете. Ой. Ребята, а вот и принцесса София. Так, что там нам нужно? Кто-нибудь... Ой, ребят, у нас какой-то ключ. Ладно, а зачем нам ключ? Надо разобраться, зачем нам нужен этот ключ. Он наверняка нужен для того, чтобы что-то открыть. О, ребят, смотрите. А тут как раз дверь. Да, не расстраивайся, принцесса София. Ребят, мы оказались в каком-то спортзале. Открываем и бежим. Ребят, это называется шведская стенка. Вы знали об этом? Если нет, то теперь знаете. Так. Поднимаемся вверх. А теперь... Ой. Я чуть не упала вниз. Ой. Упала и разбилась. Попробуем еще раз. Ребят, на самом деле, это веселая карта. И кто не знал, кстати, София, это дочка Барри. Вы прикиньте, дочка Барри. У Барри есть дочка. О, ребят, тут надо очень быть аккуратным. Ой, у меня получилось. Круто. Так, теперь сюда. Так, аккуратно. Ой, нет. Мне так было страшно, ребят. Я очень боюсь высоты. А чего боитесь вы? Я правда боюсь высоты. Ребят, вы что-нибудь боитесь пауков, тараканов, жуков? Напишите об этом. Ой-ой-ой. Это сосиски? Ребята, это сосиски? Ну, ладно. Сосиски висят. О-о-о. Так. У нас все получилось. А теперь... Ой-ой-ой. Что это было? Ну, ладно. Так, ой, все получилось. Я как лягушка, ребят, смотрите, ква-ква-ква-ква-ква. Ой. Чуть-чуть промазал, чуть-чуточку совсем. Так, это магазин, но магазин нам не нужен. Погнали, ребят, ква-ква-ква-ква-ква. Теперь ква-ква-ква-ква-ква. И ква-ква-ква-ква-ква. Я лягушка. Ква-ква-ква. Ой. И все хорошо. Ребята, напишите в комментариях, любите ли вы физру, потому что я, ну, типа, люблю, а типа и не люблю. Вот, не знаю. Ну, физра это классно, конечно. А как бросить мяч? А, все. И что дальше? У меня чуть не получается.
Нажмите на кнопку «Играть». Ой, нет-нет-нет, давайте не будем никуда нажимать. Так, ну что, ребят, посмотрим, получится ли у нас... Так, так, все хорошо? Получилось? Давай, я тебя жду. Ребята, кто это такая? Кто-нибудь знает? Мне страшно, что эта девочка как бы охотится. Ой, двери открылись, ребят, круто! Ладно. Ой, ребята, кто это такая? А, это она же! Что это мне нужно? Так, 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 бежим скорее, ребят. Я надеюсь, она что меня не поймает. Так, ой, я не вижу, я из-за нее ничего не вижу, она мне мешает. Так, 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 скорее, скорее. Ой, ребят, смотрите, она меня загораживает. Она меня... Да я же не видел из-за нее же. Вы видели, что она мне весь экран загородила? Это так нечестно. Так, 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 ребят, нам... Вот смотрите. Я надеюсь, что сейчас у нас все получится. А, мне кажется, что нам нужно снова какой-то этот ключ. Но сейчас мы это и узнаем. А нет, нам не нужен никакой ключ, ребят, тут и так открыта дверь. Открываем эту дверь и... Ой-ой-ой, скорее, скорее, китайка, китайка. Так, так, так. Так, все хорошо. А, я все понял, хорошо. Так, она не может сюда зайти. Она не может зайти, ребят, в туалет, круто! Так, мы заходим в эту... Ой, а что это такое? Все, погнали, ребят, побежали, побежали. У нас все пока хорошо получается. Так, вау, смотрите, какой розовый кабинет. Или что это такое? Ребята, напишите в комментариях, у вас был уже сегодня последний звонок, потому что, как я знаю, сегодня выпускные и последние звонки. Мне интересно, если у вас уже последний звонок, то я вас поздравляю, ребят, вы крутые. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Вау, смотрите, ребята, я как Джеки Чан. Та-ра-та-та. Пу-пу-пу-пу-пу. Главное не попасться на эти лезвия. Все хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все хорошо. Смотрите, ребят, я даже не проигрываю. Круто. А это как так? А это вообще как так? А куда? А я чуть не понимаю, а что сейчас было? А куда я падаю-то? О-о-о-о! Ребят, я запутался. Что мне делать? Подскажите. Я боюсь. Ребят, я просто запутался. Максим, это что такое? Ребята, кто эта девочка такая? Ой-ой-ой-ой. Классно, ребят, я не могу прыгать. Попробуем еще раз. Так, еще раз давайте попробуем. Пьем, ребят, энергетик. Энергетики это, конечно, зло, но в данной игре это круто. Так, ребята, погнали. Ой, все хорошо, погнали. Так, надо прыгать. Ой-ой-ой-ой. Китайка, давай соберись. Ух, смотрите, как круто, ребята. Я прям летаю, я реально как лягушка. Ква-ква-ква-ква. Так, ой-ой. Да. Что это было? Что это было? Ладно, попробую еще раз. Так, погнали, погнали, погнали. Та-ра-та-та-та. Ой, да нет, нет, нет! Это нечестно! Это совсем нечестно. Ладно, ладно, я молчу. Я просто молчу. Погнали, ребят, сейчас мы точно должны пройти этот уровень. Так, 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 так. Ребят, если вам интересно, то обязательно сыграйте, попробуйте сыграть в эту карту. Посмотрите, какая она крутая. Тем более, это дочка. Те, кто любит Барри, она вам точно понравится, эта карта. Вот, если вы не играете в Барри, то лучше не надо. Хотя, почему бы и не попробовать? Так, 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 осталось совсем немножко. Ой, что? Что? Ой! Главное не упасть. Все, держимся. О, осталась одна подушка, лягушка, и все получи. Yeah.
Ребят, мне очень обидно, что я вот так вот проиграл на последней ступеньке. Мне честно, правда, очень обидно, потому что я старался и... Ну... Ладно, не расстраивайся, китайка. Я не знаю. Ребят, пожалуйста, поддержите меня. Мне правда нужна и важна ваша поддержка. Потому что у меня не получается. Я какой уже раз десятый играю? Ой, я раз десятый уже играю, ребят. У меня ничего не получается. Я стараюсь и стараюсь. У меня ничего не получается. Я не понимаю, почему. Реально. Так, ладно, все, не спеши, китайка, не спеши. Все хорошо, ребят. Все, я надеюсь, что сейчас у меня все получится. Пожалуйста, давайте. Все получится, китайка, все получится. Все у тебя получится, китайка. Ладно, аккуратно, ребят, аккуратно надо. Аккуратно надо! Я не знаю. У меня нет слов. Мне просто нет слов. Я не знаю, я устал. Я устал просто. Я устал, ребята. Это потому что этот... Блин, ну пожалуйста, можно я пройду? Можно я его пропущу? Это глупый уровень, у меня не получается. Все, короче, погнали, ребят. Успокойся, китайка, успокойся. Хватит, не переживай, китайка, успокойся. Все, ребят, я сейчас точно должен пройти. Все, я не буду больше расстраиваться и плакать, тем более. Так, все, погнали. Аккуратно. Тут осторожно. Осторожно надо. Все, у нас сейчас, ребят, должно получиться. Почему? Потому что вы поставили лайк и вы поддержали меня комментарием. Поэтому у меня 100% получится. Потому что у китайки самые-самые крутые подписчики в мире. Да-да-да, и это факт. Ребят, и у меня получилось. Да, у меня получилось. Спасибо, ребят, всем, кто меня поддержал. Ребят, ну что, это, походу, финал игры. Так, ну что, погнали. А как управлять? Оу! А кто там за рулем? Я просто не видел. Так. Ребят, там какой-то дедуля. Так, гоним. Погнали. Ребят, что это за дед? Интересно. Дедуля, что тебе надо? Дедуля, осторожно, а то ты меня кинешь. Ребят, нам надо его обогнать. Обгоняем дедулю. Скорее. Ой. Вау. Так, главное не упасть. Нам нужно вот это ускорение. Ребята, вы это видели? Что это было? Офигеть. Вот сейчас я офигел. Ладно, я молчу. Дедуля, все, я тебя сейчас обгоню. Я не посмотрю на то, что я тебя младше. Та-ра-та-та, ребят, давайте погнали. Так, берем ускорение, берем скорее. Ой, вот. Нам надо обогнать этого дедуля, потому что он не заслужил. Так, а скорее... Ой, что он делает? Это нечестно. Он меня толкнул, а я его толкнуть не могу. Ну и ладно. Ну и хорошо. Ладно, давайте его, в принципе, не мы будем обгонять, потому что наша задача пройти этот уровень. Вот. Ну, если мы не обгоним дедулю, то... Ой. То я думаю... Ой, ребята, главное не упасть. Так, там какая-то такая штука опасная. Ой. Все, погнали. Ой, ребят, смотрите. Ура, получается. Еще нет, мы еще не прошли. Так. Ура! И что? И чё? Ребят, мне надо его выиграть? Это сложно. Ребята, напишите в комментариях, любите ли вы гонки, потому что, ну, видите, что у меня плохо получается. Да как его можно обгонять, если он толкается? Этот дед вообще какой-то чокнутый. Все, дедуля, пока-пока, чао-какао. Ага, ладно. Я тебя сейчас обгоню. Все, дедуля, тебе это... Меня не догнать, потому что китайка сейчас будет первая. Ребят, смотрите, как я круто вожу машину. Поддержите, пожалуйста, меня лайком.
Да, за мое старание. Если вам, конечно, нравится того, то, как я играю в Roblox. Мне кажется, что я круто играю в Roblox. Так, главное вот тут не проиграть. А теперь хоп-хоп. Ребят, у меня получилось его выиграть. У меня получилось выиграть этого дедулю. Круто. Все, дедуля. Китайка тебя выиграла. Ура. Ну что, это финал игры? Нет. А тут что надо сделать? Мы забираемся по какой-то трубе. И... А дальше что? Так, ладно. Осторожно, осторожно, ребят. Главное никуда не упасть. Ой! Главное никуда не упасть, я падаю. Как круто. Просто кайф. Так, ребят, мне кажется, что у меня не получится пройти полностью игру, потому что, ну... Я не знаю. Я не смогу ее пройти, ребят. Напишите в комментариях, сможете ли вы пройти эту игру полностью. Если вы ее прошли, то буду рад вашему комментарию. Мне хочется просто плакать от того, что мне не получается пройти. Ну, честно, мне просто обидно. Мне правда очень обидно. Я надеюсь, ребят, вы... Ребят, простите меня, простите. Я не знаю, почему так. Я не знаю. У меня не получается. У меня не получается. Китайка, соберись. Соберись, пожалуйста, ребят. Что такое? Что такое, Китайка? Я чуть не упал. Все хорошо. Ой, все получилось, ребят. Все? Ребят, все? Я прошел игру? Так, используйте. Ура! Ура, ребят, все! Это финал! Это финал! Так. Ой. А, от первого лица. Так. Ой. А как. Ой, ребят, это походу. Это очень сложно. Это очень-очень сложно. Так. Смотрите, ребят, у нас что-то получается. Мы в нее попадаем в эту. Так, стреляй, Китайка, стреляй. Ребят, пожалуйста, поддержите меня лайком. Я тогда точно справлюсь. Стреляем. А, это водный пистолет у нас какой-то. Стреляем в нее. Давай, Китайка, осталось немножко. Немножко. Ля-ля-ля-ля-ля. Я проигрываю. Так, давай, Китайка, давай. Да. Получилось, ура. Почему? Потому что я крутая. Ребят, все потому, что я крутая. Я выиграла эту игру. Откройте дверь. Дверь мне откройте. Алло. Короче, ребят, все, я прошел эту игру. Я крутой. Дверь откройте, алло. Ребят, а что мне дверь не открывает? Все понятно. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.